Возвращаются команды на площадку. Третий сет. Напоминаем, первые два сета остались за нашей командой. Девчонки выиграли напряженные концовки. Особенно напряженной концовкой была второй сет, когда мы проигрывали два сетбола, смогли отыграть и вышли вперед, взяли 4 очка подряд. Вот так вот. Цепляем блоком. Оксана Чернышова. Первое очко зарабатывает Приморочка в третьей партии. Напоминаем, чемпионат России, высшая лига, женские команды. Третий тур, Владивосток. Повторная игра, Приморочка против Воронежа. 2-0 по партиям и 1-0 в третьей партии. Впереди хозяйки площадки. Давно не было в новолейболе так жарко в Приморском крае. Блок. Играет в защите. Умницы девочки. Вынужденная атака. Отведенный мяч. Яна на месте. Затяжной розыгрыш. Как нож сквозь масло проходит. С третьего раза. Третий номер гостей. Это Александра Холодчук. Сумела все-таки пробить наш блок. 1-1. Сейчас девчонки из команды Воронежа опять призывают судью быть повнимательнее. Это может сыграть с ними злую шутку. На самом деле, за разговоры с арбитром, за затяжку времени можно получить желтую и красную карточку. А красная — это уже наказывается команда очком в пользу соперника. Есть. Мяч там завяз между рук блокирующих Воронежа и упал на площадку. Видно, что Саша Холодчук немножечко не доумевает, что происходит. Вроде бы была на месте, но мяч все равно провалился. Сейчас проходила буквально в нескольких метрах от нас, и было видно, насколько она разочарована. Скидка, скидка. Обман, удар, да. Обман, удар. Яна достает мертвый мяч. Рисковать, и все получится. Чаще других звучат фамилии Снегирева, Киселева. Снегирева, Киселева. В составе Приморский, конечно. Ах, как обидно. Как обидно. Сумасшедший планер подает Александра Холодчук. Завелась. Девчонки, нужно показывать свою игру. Нужен прием, нужно забить. Беги, беги, Дашенька. Не будет первого темпа. Касание сетки игроками нашей команды. Немного выключились из игры, как будто бы наши девчонки. Три подряд розыгрыша в свою пользу склоняют волейболистки Воронежа. Уступали 1-3, теперь уже впереди. 4-3, продолжает подавать Холодчук. Хорош планер. Беги, Даша, беги. Ау! А! Все-таки он есть, волейбольный бог. Да, в этой ситуации огромный был выбор у волейболистки Воронежа, куда отправить мяч. Перед ней было полностью пространство, но... Говорит это только об одном, что девчонки нервничают. Мы заставляем фаворита нервничать. Хороша подача будет. Первый темп. Скидка. Отнять. Женечка немножко рано пришла под мяч. Но хорошо прочитала ситуацию. Совсем чуть-чуть не хватило. Есть прием, передача быстрая. И Женя хороша, забивает свой мяч.
Аня Киселева на подаче. Предыдущая партия, в предыдущих партиях приносила нашей команде по эйсу. Сейчас тоже хороша подача, будет атаковать. Оксана далеко отошла от сетки, немного помешали друг другу. Очень хотела, видимо, сыграть и отошла из четвертой зоны ближе к пятой. Там же стояла наша либеро Женя Баяндина. Есть прием. Страхуют игроки воронежской команды. И будет сильное нападение. Да, сумасшедший мяч забивает Наталья Захарчук. Эффектная атака. Очень близко был мяч заброшен к сетке. Со второй линии долетел игрок. Девчонки не справились. Ай-яй-яй. Аут, да? Отдаем игроки очки сопернику. Сами, без борьбы. Не попали в сетку. Очень хорошо Яна выполняла сейчас накат. Очень хорошо. Очень сильно удивила. Чуть-чуть не попала. Нельзя останавливаться. Девчонки сделали отчаянный рывок в концовке второй партии. Вырвали победу фаворита чемпионата команды Воронежа. И да, наверное, сейчас тяжело держать тот же уровень. Но нужно стараться. Нужно включать резервы, скрытые внутри. Нужно вырывать победу, вырывать каждое очко соперника. Сами никто ничего не отдаст. Восемь-пять впереди Воронеж на подаче. Наконец-то мы прервали эту серию из неудачных розыгрышей. 6-8 подаем. Фортуна на нашей стороне. Успел Снегирева. Успел двойной блок на передачу к Жене Снегиревой. И ей приходилось атаковать в сложной ситуации, но она выполнила это очень-очень грамотно. Отыгралась от блока. Она же на подаче. Хороша подача, передача. Первому темпу блок-аут. Но цепляем атаки соперника. Хорошая подача. Доиграть. Такие ошибки дают овердрайв сопернику, я не знаю, но нельзя разыгрывать такие команды, абсолютно, нельзя дать поднять им головы. Если ведем, надо вести. Везет тем, кто везет. Есть прием. И атака. Яна Киселева. Отличная передача. Отличная передача в исполнении Даши Куркиной. Яне осталось только исполнить этот нападающий удар. Блока практически не было. Нельзя сейчас соперниц отпускать далеко в счете. Ни в коем случае. Если мы хотим затягивать этот матч и эту партию. Ай-яй-яй. Второй мяч подряд. Лена Коваленко завершает результативно свою атаку. Сейчас совсем чуть-чуть оставили пространство на блоке, буквально, не знаю, какие-то считанные сантиметры, но она умудрилась чисто пройти. Вот!
Вот так мы отвечаем. Яна Киселева. Я думаю, сейчас нам играет на руку то, что раньше Яна старалась атаковать преимущество в диагональное направление. И я думаю, что команда соперника, готовясь к этой игре, тоже подстраивалась под нашу команду. Спокойно, прием. Атака! Поле. Как? Нет, аут. Аут. К сожалению, но это очевидно было. Так вот, я вернусь к тому, что я рассказывал. И сейчас немного оставляют линейное направление для атаки Яны Киселевой в надежде на то, что она все равно будет ломиться в ход. И она уже который раз исполняет атаку по линии. Настя хороша. В концовке третьей партии, я напомню, вчерашнего матча она выполнила такую же скидку на организованном блоке и принесла очередное очко нашей команде. Подачку бы сейчас, Настя. Хороша подача. Не беги, не надо. Зажег свой фонарь наставник Воронежа. Нужно продолжать двигаться на волне этого успеха и постараться вырвать еще несколько очков для нашей команды. Настя, нужна хорошая подача. И она хороша. И в защите, Настя! Играть! Не было шанса! Красивый розыгрыш, досадная ошибка во второй передаче. На подачу Александра Казанчук. В прошлый раз на ее подаче мы проиграли несколько очков. Не беги! Добежала. Повторить. Ну! По переходящему. Яночка, давай, хорошую подачу. Подачу под заднюю линию. Короченая тоже хорошо. Что за заколдованная это Наталья Хазарчук? Уже который раз такие сложные атаки она заканчивает результативно, в пол забивает. Да, ничего не можем с ней поделать. Ничего. А это потому, что у нее волшебный пластырь на ноге. Не закрыть блоком, не принять мощный удар, к сожалению. Уверенно. Киса проходит сквозь блок. Защита не смогла обработать этот мяч. Можно играть. Вольно. Сработал. По переходящему. Аккуратно. Вот Яна, сейчас. Давай. Вот так вот. Поднять. Страхуем. Борьба продолжается. Блок. Скидка. Поскользнулась Маша. Видно, что шла к мячу до последнего. И получилось так, что нога поехала и упала. Досадная, конечно, ситуация. Бывает и такое.
тот самый разрыв 3 очка, который может быть комфортным как в одну, так и в другую сторону. Страхуемся. На технический тайм-аут, на второй увы, мы уходим отстающими. Да, по-прежнему уступаем 134 очка. Пытаемся мы догнать Воронеж, но никак не получается. Никак. Ну, и еще опять же, только середина второй, третьей партии, только середина, только мы перешагнули за экватор, и все еще может быть. Так что ни в коем случае не опускаем рук, не теряем нашего оптимизма, а только вперед и вместе с командой. С командой «Приморочка», естественно. После таких слов я готов. На самом деле никто не ожидал, что будет легко, и никто не думал, что Воронеж так с легкостью отдаст все три партии. Конечно, команда упирается, и она хочет увести свои очередные три очка с этого тура. Наша задача сейчас максимально усложнить им жизнь, не допустить этого исхода и взять собственную победу в копилку нашей команды. Стоит сказать еще отметить такой факт, что Воронеж, будучи лидером чемпионата, всего лишь отдал в пяти матчах отдал всего лишь две партии. А вот в этой шестой встрече уже две партии отдал Воронеж. С чем мы его и поздравляем. Умница Яна. С тяжелой передачи, не в темп, отыгралась от блока грамотно. Нужен наш блок, нужен наш блок. Нужно взять несколько очков подряд. Видно, что команда Воронежа начинает ловить кураж и... На переходящего. Что так, а? Ну глупее просто проиграть очка просто невозможно придумать. Глупее. Ужас. Стараться добывать очки в такой борьбе и потом со своей же подачи с приема и пропустить. Слышим мы в последних моментах имя Яна, фамилию Киселева. Даша, сделай эйс. Скидка нет? Нет? Со второй? Отличный блок. Яна тащит команду за собой. Еще, да, правильно говорит комментатор. Еще, еще, еще. Сбитый прием. Будет первый темп. Можно играть. Накат. В защите пришлось играть нашему связующему Даше Буркиной. Яна отчитался этот накат. Нужен блок. Организованный, хороший блок. Есть, Оксана! Пляжный волейбол во время классического матча. Отличный накат. Оксана Чернышева приносит 16 очко. Копилку своей команды в третьей партии. 16-17. На подаче «Приморочка». Но как же было близко. Команду за собой. Красивый волейбол. Как ни крути, как ни закончится этот матч, но мы уже увидели с вами очень красивый волейбол. Вперед, девчонки!
Хорошо в защите наша либеро. Мария Сорока. Связующий игрок играл в защите. И сейчас работает блок. Успеть край. Давай, Аня! Анна Киселева. 18-18. Погоня удалась. Погоня удалась. Счет равный. И вот сейчас то ли мы на кураже, то ли... Не хочет брать свой второй тайм-аут. Наставник воронежской команды старается передернуть игру заменами. Тем более, что видно, что явно выпадает Александра Хазалчук. Халанчук из игры. Хорошая атака в исполнении наших соперников. Высокая атака с переводом по первой зоне. Яна отправляется и на подачу. Нужно забить, девчонки, нам нужно забить с подачи соперника. Яна, не бойся. Спасибо, друзья. Касание сетки игроками Воронежа. Мяч был очень заброшен Яне между второй и третьей зоной. Она тянулась к этому мячу. Вы знаете, на секунду мне показалось, что это именно она коснулась сетки, но нет. По-моему, такой же счет был в концовке предыдущей партии. Девчонки, нужно забить сразу же, сразу же. Сбитый прием. Аня, рискуй. Она тоже будет рисковать, нет? Есть защита, передача. Аня Киселева, не было касания блока. Держаться, держаться, держаться. Не проигрывать больше, не проигрывать. Мне кажется, перерыв возьмет наставник нашей команды. Нет. Есть прием. Берет перерыв Алексей Владимирович Колесецкий. Не поздно ли? В концовке все настолько тонко. Каждое очко может оказаться решающим. Будем надеяться, что у наших девчонок хватит силы воли, спортивного характера, чтобы вытащить эту партию. Конечно, будет тяжело. 3 очка перевес в концовке партии. Но мы видели, что наши девочки могут творить чудеса в конкретно взятом сете. Вспомнить первую партию, когда мы проигрывали 8 очков и смогли выиграть эту партию. Девчонки, мы будем наравне. Яна подает. Будет первый темп, нет? Аут! И все-таки она тоже не железная. Видимо, пластырь не волшебный. Закончилось действие чудодейственного бластера. Да, я так думаю. Мне кажется, он немножко начинает отклеиваться. Давай, девчонки, еще бы одно. Хороша подача. Первый темп нет.
Есть защита. Даша Буркина сбивает на передачу. Яна Киселева. Роза нас играет в этой ситуации, 22-22. Друзья. 22-22. Очередная напряженная концовка. Хороши в защите наши девчонки, но нельзя забывать, что на первой линии очень опасная нападающая Надежда Емелина остается. Очень неудобное нападение. Не будет первого темпа. Играть, играть. Поднять, поднять! Отчаянно играли наши девчонки. Надо в защите. Было Алексея Колесецкого на выбор атаковать уже. Он сегодня не взял шорты. Я думаю, он смог бы. Сегодня не в шортах. Прием, прием, прием. Яна. Осечка. И вновь два сетбола у Воронежа. Как и во второй партии. Замену делает наставник. Воронежская команда заменяет связующего игрока на... По-моему, это диагональный игрок. Высокорослый нападающий с целью усилить блок на последний розыгрыш. Нас два... Свой последний перерыв использует Алексей Владимирович Колесецкий. Пытается все-таки вытащить именно эту партию. Понимает, что очень тяжело будет играть дальше. И, конечно, хочется закончить матч с сенсацией, выиграть 3-0 фаворита. Все в наших силах, все возможно. Вперед, Приморье, вперед, Приморочка. Хорошая подача. Хорошая подача, и, увы, матч, сет заканчивается в пользу соперника. Но это отсюда интереснее, мы увидим четвертую партию.